Всем привет. Тяжело тебя охватить, на. Ты мужчина, ты зачем снимай. Меня охватывать? Пока ты со мной рядом. Привет, ребята. Собираемся на рынок. Ждем папу, ждем маму. Будем ехать. Ждем конца света. Сегодня поднялся такой ветер. Это не очень хорошо, потому что на рынке поле там. И очень хорошо продувает. Да, со всех сторон. Постарались утеплиться. Я уже радуюсь, что весна. Сегодня говорю, Леша, хорошо, что в феврале 28 дней. Всего 3 недели и все, весна. Ну хотя же все. Там, судя по тому, что обещают, будет холодно еще долго. Ну как бы февраль лютый, на том лютый. Хотя бы само, знаете, осмысление того, что весна рядом, весна близко. Ну это побег из курятника, все поняли, нет? Ты видишь, снимаешь? Это песня нашей молодости. Бабушка, отжигай! А, автовская прямо тут. Боже, а что это за турбо? Это ваши все рюкзаки? А что вы с двумя рюкзаками? А, ты же с этим. Слышь, рэпчик. Ты себя был рэпером. Ребят, мы дома. Мы заходили в АТБ. Кое-что купили. Ты меня узнаешь по любе. Я буду с пакетом АТБ. И с отпечатком от шапки на лбу. Что я очень сильно люблю. Ю, я сегодня прям вообще в ударе. Обзор покупочек. Небольшой такой. Купили овсянку. Вот такую. Овсяночку Germany Deluxe. Вот, Леша ее часто покупал раньше. Он просто хочет, чтобы я ему кое-что приготовила. Поэтому сегодня мы это сделаем. Вот с вечера. Еще мы взяли виноград. Вот, который немножечко потек. Вот здесь, значит, за 480 грамм 27 гривен. Вот синий виноград, вроде бы он твердый, я его проверяла, такой неплохой. Потом я взяла вот такую заморозку, своей линии, кстати. Ну, мне понравилась цена. Мне понравилось то, что здесь и зеленый горошек, и сладкий перец, и лук репчатый, и селера, и морковка, и кукуруза, и фасоль, и стручковая фасоль. То есть здесь все до кучи есть. Вот, хороший дизайн у этих заморозок. Вот я решила взять попробовать свою линию. К ним я взяла вот сливки ягодинские, потому что хочу завтра сделать мясо со сливками, с овощами и спагетти. Вот так часто мама делала, ну, по типу такого. Я хочу завтра это приготовить. Взяла хлеб и изюминку. И прикол в том, что в АТБ изюминка дешевле на 2 гривны. Вот представьте себе, что-то в АТБ что-то выгоднее покупать. Паста Sense 1, не изменяем ей, постоянно берем ее. Вот, просто вот у Леши чувствительные десны. Он все время брал эту пасту. Мне вообще было без разницы, хоть там самое дешевое чистить зубы. Но так уже привыкли к ней, и другую даже не берем. Может, надо менять иногда пасту зубную, я не знаю. А, взяли сухофрукты. Здесь изюм. Изюм нужен не для рецепта, вот, поэтому взяли такую упаковочку. А это, ну, очень сильно хотелось взять, уже давно я хотела это взять. Это такой стаканчик с сухофруктами. Здесь у нас изюм, помело, ананас, вишня, миндаль. Блин, и здесь изюм. Хоть сиди и выбирай отсюда, ну ладно. Это так, чисто, знаете, побаловать себя, потому что, ну, эта штучка 40 гривен стоит за 100 грамм. Ну, как бы недешево, я считаю, но это такой, знаете, полезный стаканчик. Здесь очень все вкусно, все полезно, ярко и красиво. Я испытываю слабость к сухофруктам. Взяли огромные яблоки, вот такие громадные, смотрите, большие яблоки. Опять же, это на рецепт. И вот такое вот печенье. Это печенье я не ела 300 лет, и сегодня как-то его увидела и, знаете, захотелось. Оно стоит 11 гривен, ну, здесь 180 грамм. Это такие мини-мини хлебобулочки в глазури. Ну, кто пробовал, знает, что это такая вкусняшка, с чаем очень вкусно. И знаете, я вот недавно вам показывала печенье в семечках. Такая, это полезное печенье, здоровое печенье. А на самом деле состав там хай бог мыло, как говорит Самвел. Это просто какой-то ужас. Там этот маргарин, там пальмовое масло, там все до кучи, там даже дрожжи есть. Я вообще не поняла, к чему там дрожжи. Мы пришли к выводу, что это дрожжевое тесто, которое сильно раскатали, прям сильно. Сделали из него тоненькие такие листы и засушили нафиг. Я думала, это полезное печенье, а оно вообще ужасно калорийное. Там что-то 500 с чем-то калорий на 100 грамм. Ну, вообще ужас какой-то. Его вообще на ночь нельзя есть. Короче, походу, здорового печенья мало. Разочарование года. Хотела вам посоветовать фильм, пока не забыла. Смотрели вчера с Лешей фильм «Узел смерти». Фильм, на который нужно настроение. Но это такой триллер, я бы даже сказала, ужас, драма. Очень интересное кино. Немножечко затянутое, но сама идея, подача, особенно концовка,
безумно понравилось кино, оставило след, оставило отпечаток, и это важно, я считаю, если фильм хоть какой-то отпечаток оставил, значит, это хорошая картина, вот, поэтому советую вам посмотреть, запасайтесь терпением или все-таки подбирайте нужное настроение, фильм долгий, действительно, но он того стоит. Все, я хочу пока пойти покупаться, привести себя в порядок, снова намазаться автозагаром, то есть сначала гель для душа, потом крем, потом автозагар, потому что сегодня я уже темнее, вам, наверное, не сильно видно, у меня еще плюс лицо накрашены, но так-то видно, что я чуть-чуть загорелый, вот. Совсем чуть-чуть, на тон. Поэтому сейчас хочу еще и еще. И у этого крема накопительный эффект. Вот, я называю его автозагар, потому что, ну, как увлажнялка, он так себе. А вот конкретно я его использую как автозагар. Я им не пользуюсь как кремом, потому что, ну, если им пользоваться просто так, размазывать, будешь весь в пятнах, как жираф. Поэтому я говорю на него автозагар. Вот, это чисто мое мнение. Ребята, в общем, это блюдо меня очень сильно просил приготовить Лешка. То есть он хотел его приготовить заранее, чтобы он потом это разогревал и ел на завтрак. Да, вот так странно, разогревать яблоки. Ну, в общем, неважно. Я беру крупные-крупные яблоки. Ну, это самые крупные, которые мы нашли. И я беру их 6. Вот сколько Леша купил, столько я буду использовать. В общем, свежие, большие, ровные, красивые яблоки. Овсянка. Вот самая обычная овсянка. Молоко. Изюм. Грецкие орехи и мед. То есть набор, в принципе, обычный. Здесь нужно исходить из того, что на одно большое яблоко примерно 1,5 столовые ложки овсянки. Поэтому сейчас мы будем заливать овсянку молоком. То есть рассчитывайте, сколько у вас яблок. То есть я буду тут, ну, сейчас рассчитывать, сколько я засыплю овсянки. И так чисто на глаз нужно залить молочком, чтобы она хоть немножечко разбухла и не была сырая. Так, вот она овсяночка. Заливаем ее так вот на глаз, ну, чтобы она залилась. Вот перемешаем, чтобы она немножечко набухала. И оставим ее пока в покое, эту овсянку. Не, я думаю, что можно, конечно, заливать водой там, ну, блин, все-таки лучше, когда молочком. Вот так. Следующим делом. Кстати, шумит у меня на фоне чайник. Я буду заливать обязательно изюм кипятком, потому что, ну, я не могу так есть изюм и использовать его в готовке. Мне кажется, что он грязный, с какими-то микробами. Сейчас нужно у каждого яблочка срезать шапку и вырезать всю середину. Вот такие яблочные дела у меня получились. Стеночки лучше оставлять толстые, потому что яблоко разваливается в процессе приготовления, чтобы ничего не сломалось. А вот оставшуюся мякоть, которая нормальная, порезать мелко и нужно добавить ее к овсянке сразу. Так, яблоки с овсянкой перемешала. Добавляю изюм. Тут у меня жменя такая средняя, чтобы тоже не было сильно много, потому что изюм сам по себе сладкий. Вот все орехи, что есть, думаю, я их измельчу. Прям сильно не измельчала, потому что, ну, они должны чувствоваться в этом блюде, иначе никакого толку не будет. Тоже высыпаем их в начинку. Что ж, и осталось добавить мед, несколько чайных ложечек. Здесь уже смотрите по вкусу. Можно, конечно, добавить сахар, но тогда блюдо не будет таким полезным. То есть тут все сейчас идеально. А если добавить сахар, то будет уже не так все замечательно. Поэтому советую добавить мед. Тоже смотрите по вкусу, потому что яблоки, например, у меня очень сладкие. Вот, прям они какие-то изумительные. Я даже приложилась к мякоти, когда их резала. Поэтому смотрите по ситуации. И мне уж очень не в моготу добавить немножечко корицы для аромата, потому что, ну, вы знаете, я не представляю яблоки без корицы. Для меня это родственники просто. Начинка, кстати, получается очень ароматная, прям потрясающая. Такая, знаете, молочно-медовая по запаху. Яблочно-ореховая. Просто супер. Сейчас всю корицу чуть добавила. Корица тоже очень полезная, ароматная, поэтому блюдо будет прям потрясающее. Я попробовала начинку, она очень вкусная, в меру сладкая. Вот, ну такой рецепт. Да, кстати, тоже я нашла, поэтому я все это не с головы беру, если что. Да, я не выдумываю свои рецепты, к сожалению. Ну вот так. В общем, начинка готова. Осталось просто начинить наши яблочки. Ребята, идеально. Вот смотрите, начинки хватило вот... Господи, что это прилипло? Начинки идеально хватило на каждое яблочко. То есть мне даже вообще она не осталась. Я распределила поровну везде. Вот оно и не с горой. И, ну, отлично вообще по пропорциям. Значит, выпекать нужно при духовке разогретой до 180. А вот по времени точно не скажу, ребят. 15-20, может, полчаса. Потому что в рецепте время не указано. Там девочка запекала в микроволновке какой-то там. Ну, а я буду запекать в духовке. Поэтому просто главное, чтобы мягкие были яблоки. Полностью мягкие, запеченные, готовые. Вот, покажу уже готовый вариант. И считаю, что нужно и такие десерты готовить. А то все булки да булки. Я вот полезные десерты как-то стороной обхожу. Хотя эти десерты по вкусу тоже не уступают этим печеньям, пирогам и прочему. Это вообще вкусняха. В общем, у нас яблочки пеклись где-то полчаса. У меня, к сожалению, духовка слишком шпарит сверху, поэтому чуть-чуть крышечки
Некоторые подгорели. Ну это крышечки. Крышечки, это не страшно. Я уже их проверяла, они очень мягкие, сочные, прям прокалываются хорошо. И... Да, получилось. Вот. Почти. Добрый день. Да и у тебя получилось. Ладно. Ты изюм туда клала, да? Да, изюм, здесь орехи, всё. Тут вообще классно. Дай возьмем вилочку. Ты хочешь прям так попробовать? Нет, я хочу прям так взять и... Опа. Ну, выглядит не супер аппетитно, на самом деле. Ну, это очень полезно и очень ароматно сейчас, очень классно пахнет. Пахнет, да. Вот, так что всем приятного аппетита, мы сейчас с Лёшкой решили их поесть. Я как бы готовлю их на завтрак, Лёша, но два мы сейчас слопаем, поэтому минус два завтрака. Давай еще завтра позавтракаем, и два в субботу, все на три дня, пожалуйста. Не факт, что завтра не будет завтракать, у меня еще авокадо. Понятно. Просто мы не хотим после рынка нагружать себе какой-то едой тяжелой, потому что и так в течение дня то пирожок жареный, то еще что-то там клюнули, ну короче, такое, знаете, ну, да, не самое жирное питание. Поэтому сейчас яблочки и... И все. И все, да. И, ребят, пользуйтесь таким рецептом, мы попробуем, обязательно скажем, как это на вкус завтра. Я думаю, что вкусно будет. Да. Все, всем пока. Всем пока. Спока. Спока. Да, спока. Всем спока.